скором времени в Одессе, возможно, появится единый колл-центр, а также группа быстрого реагирования в случае террористической угрозы. Об этом заявил глава областного иллюстрационного комитета Константин Схаврибашвили. Такие предложения были внесены в ходе встречи с губернатором в рамках обсуждения безопасности города. С завтрашнего дня разрабатываться будет механизм со службами, которые у губернатора имеются уже на сегодняшний день официально. Поэтому мы очень рады, будем выгодно взаимодействовать для того, чтобы в городе предотвращать подобные случаи, которые были недавно.